Кинокомпании Parallel Films и Number 9 Films представляют. Совместное производство Sodli Films. При содействии BMS Finance, Premier Picture и Hanbay Films. При участии Ирландского киносовета. В главных ролях Киллиан Мёрфи, Джим Бродбент, Джоди Уитакер, и Брэндон Глисон. Сорвать куш. Уж этот океан, да? Вечно из-за него тянет философствовать о всякой чуши. Начинаешь грузиться по поводу жизни, смерти, веры и других непонятных штук. Вселенная, мать ее. И индивиды в ней вроде как ничтожны. Но так ли мы ничтожны? Возьмем, к примеру, этого товарища. Звать неудачника Майкл Макрей. Вчера он упивался как не в себя. И теперь за это расплачивается. Уже вечер. Он решил устроить себе сиесту. Ага, чуток вздремнул. Ну а вы усаживайтесь поудобнее и смотрите внимательно. Басня-бред, да в ней намек. Ты спишь, как ангелочек, Майкл. Помнишь, что срок до 10? Чего ты валяешься? Ты что, загулял? Гулял, да. Надрался вместо того, чтобы крутиться. Кретин. По-моему, ты теряешь время. Которого мало. И все меньше. Слышь, не уложишься в обозначенный срок. Даррен назначил за это особое наказание. 2 сломанные кости. Сам решишь, какие. Пальцы не в счет. Усек? Даже на ногах? Не считаются. Ты же еще не нашел бабки? Нет. Тогда советую отправляться на поиски, Майкл. Выпрашивай, кради. Но найди и отдай. Через 4 часа приговор Перье вступит в силу. Ты же не против, если фисташки мы заберем, верно? Да. Ух ты, это для меня? Нет, они от Джейми. Он так извинился за то, что много работает. А, неплохо. Прям отлегло. Да? Чего это? Сам знаешь. А, ты же думала, что он потерял интерес. Вот я дура, да? Ничего подобного. Рад это слышать. Все путем, мы не разлей вода. У нас страсть, да. Огонь.
Ой, боже, а ты как? Да, норм. Точно? Мне заплатили, могу нет, дать? Брент. Две сотни? Нет, нет, Брент, не надо. Меня ждет мужик по кличке Мат. Он выручит. Мат? Да, возьму в долг, чтобы отдать долг. Вот. А, понятно. Тогда позвонишь и расскажешь, что как. Ладно. Пока. Тебя любит, Майкл. Да, и хочет сносать. Майкл Макрей. Узри, мой божественный мужик. Круто. Мат заходил? Вы разминулись. Он тут такое устроил. Левый чудак посмеялся над его игрой. Пойди сюда. Дебил ржал во всю глотку. Прикинь, ну и получил. Видишь следы? Мамочки. А это что за пятно? Коричневое? Да. Не знаю, и гадать не стану. Ну, чем еще могу помочь? Может, дурь нужна, нет? Нет. Ладненько. Не знаешь, куда он пошел? Нет. Блин. Но слышь, мужик, передумаешь, ты всегда знаешь, где меня найти. Слышь, вам сюда нельзя. Пошел ты, мало, девятый стол наш. Вы, главное, псин на него не пускаете, слышите? Я с 12-го пятно не свел. Завали хлеборезку, мало. Ахиллес, слезай со стола. Ты чего творишь? Твоя, значит? Не трожь мое колесо. Поднимай. Да? Я б тебе как врезал, ты отлетел бы дальше, чем она. Ну давай. А чё, давай. Забей, Ларш. Он еще попадется. Мы запомнили номер. И рожу твою тоже. Ты у нас под колпаком, чудила. Рожа. Что тут забыл? Поговорить пришел. На кой ляд мне с тобой болтать? Я умираю, Майкл. Что? Помираю, сынок. Ну и решил... Чего, помираешь? Что там, рак? Ну да, рак. Черт. Что-нибудь скажешь? Да было бы что сказать, а тут... Да, и правда. Ты уж прости, что я так резко явился, но... Помнишь, какие у нас с тобой были терки? Еще и мать твоя. Ну, я и подумал, раз такой расклад, то можно и поговорить. Слушай, папа. Как успехи? Я в процессе. Ну, ты уж постарайся. Да, или смирись с судьбой. Попробуй обрести дзен, принятие. Да, или смирение. Мы ведь явимся. Летим. Нагрянем. Мы как время. Никого не ждем. Я всего штукать торчу. Но он мне как лям. К вечеру не достану. Я ж сказал, были б деньги,
Что, бросил пить? Да просто кофейку хочется. Ну, какие у тебя варианты? Если не считать суицид, есть мужик, ростовщик. Зовут его Матли. А, Мат. Верно. Знаешь его? А, слышал, он пьет в баре Миллерс. Миллерс? А наш разговор? Жди здесь. Буду через час. И поговорим? Посмотрим. Посмотрим? Я всего-то подыхаю, сынок. Want someone to show you round, but no one knows this place just quite like me. Well, I don't hang with the crowd. Well, I go with dressing down. I take you with the music plays for free. Красивые ты цветы подарил Бренди. Как ты, Майкл? Как я? Я зол, что ты опять с какой-то шлюхой. Чё сказал? Слышь, Майкл, я знаю, что вы с Брен подружки. Но так вышло. Огонь совсем потух. Огонь? Ей скажи, кретин. Не води за нос, прояви уважение, урод. Кретин. И ты будешь терпеть? Да. Вон он, следующий, видишь? Вот? Да. Смотри, какая краля. Как тебе? Старая, как моя машина. Как тебе это? Да, на лошадь похоже. На таких можно хорошо поскакать. Мы знакомы? Нет. И я не хотел помешать, но, говорят, вы порой даете взаймы. Когда дела на мази, а сейчас до этого далеко. Прости, выручить не смогу. Серьезно? А, понятно. Помнишь, что ты там нес, да? Тёлку мою шлюхой назвал? Плохая шутка. А мне смешно. Я требую извинений, мутила. Но их не будет. Нет? Нет. Ну ладно. Сука! Я с радостью, славно тебя отделаю. Смекаешь? Или ты позвонишь Бренди? Да. Да? Уже сегодня. И вы с ней мирно разойдетесь. Слышишь? Молодца. Че это за возня? Не скажу. И это очень хорошо. Значит, что ты, парень, не трепло. Что? Есть у меня одна затея. Мы с Дини идем сегодня на дело. Берем домишко в Далке. Денежные плюсы гарантированы. И это, в принципе, вся затея. Теперь вопрос. Сам ты в деле? В общем, Дини пошел в бар, там был чудак, болтун. Пошел в туалет. Мужик. Нет, Дини, мужик уже там. Ему звонят. Это жена, отвечает. Узнает, что сломалась сигнализация. Мастер до понедельника не придет. В зале он говорит. Дини. Да мужик, слушай внимательно. В пятницу они идут в ресторан. Это пятница сегодня. Дом остается пустым и без сигнализации. Но для дела нужен третий. Зачем? Дини на стреме. А если там метровый телек стоит? Как я его смогу один вынести? И вдвоем быстрее управимся, если двое в доме. Смекаешь? Да. Нашел! Стопка порнушки в гардеробе. Глянь на обложку. Да. Большие объемы. Для любителей пышек. Смотри, какие у нее дойки. Класс.
Любишь объем их, да? Проказник. А это что? Он изменяет жёнушке, гляди! Может, это она и есть. Вот его жена, худосочная доска. Понятно, почему искал жирка на стороне. Повод для шантажа. Так, положи их обратно. Эй, стой, стой! Пару возьму. Для личных целей. Я и сам люблю пышек. А чего мы не искали наличку? Карта же. Или чеки. На кой ляд ему наличка? Ты и так заработаешь гораздо больше, чем должен. Да, когда? Напарник в беде, Мат спешит на помощь. Сейчас позвоню человечку, обсужу цифры и назначу рандеву на завтра после открытия банков. Получаем деньги, и ты отдаешь Перье двойную сумму, чтобы избежать наказания. Ясно? Нам светят 30 штук. По 10? Немалая сумма. Что? Ты же меня не кинешь? Майкл, уясни. Мат держит слово. Ясно? Ладно. Слышь? И что слово его крепче печати. Понятно? Да. Вот наглец. Вы мерзкие говнюки! Блин! Сказал же, что мы тебя найдем, да? Слежка! Эй, смотри, куда прешь! Да, алло. Ты заработал еще один перелом, Макрей. Всего 3. Вы меня чуть не убили. Завтра заплачу, ясно? Мечтай. Мы сегодня тебя поймаем, после чего отделаем... Как псину. Что? Как псину. Как псину. Слышишь? Как уличник. Отвали. Отключился. Вы что там творите? Это незаконная парковка. Снимайте все взад. После установки они не снимаются. Сначала оплатите штраф, затем, если успеем. А можем и не успеть? Верно. Даже тогда может быть задержка на целый день. Или даже 2. Понятно? Эй, мудила! Вот же наглость. О, нет, 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 нет. Только не пушку. Черт! Бренда, скорей! Слушай, ты не брала мой пистолет? Нет. Бренд, пистолет пропал. Да не брала, не брала. Но ключ только у тебя есть. Ты чего? Он меня бросил. Кто? Джейми. Позвонил и сказал, что огонь потух. А у меня не потух. У меня он горит, понимаешь? Да. Я без него не могу. Нет, нет, Брэнд! Брэнд! Погоди, открой дверь, Брэнд! Как же ты предсказуемый.
Домой нужно идти в последнюю очередь, потому что там ищут в первую очередь. Так, парни. Ты так и не выбрал кости. Выберешь сейчас? Парни. Нет? Черт с ним. Выберем за тебя. Левая большеберцовая. Сойдет? Я не слышал хруст. Еще раз, наверняк. Хватай его за ногу. Бей уже, давай! Черт! Так и знал, что он у тебя. Ты о чем вообще думала? Я тебя спасла. Блин, я сохранил ноги, но теперь лишусь жизни. Вот же дура. Ты опять ревешь. Ну все, все, Брэн. Прости. Ладно, ты думала, что так будет лучше. Я понял. Это был рефлекс. Да? А ты чего сюда явился? Долгий же у тебя час. А, ясно, да. Как видишь, меня задержали. Он мертв? Блин, а сам как думаешь? Что я думаю? Что нужно избавиться от тела. Совет от мудреца. Ты поможешь? Иначе не стал бы ничего предлагать. Чья машина у дома? Что касается самообороны, ты ее превысила. Откуда у тебя вообще оружие? Оно мое! Она хотела покончить с собой, верно, Брэн? Суицидница? Да. Прискорбно это слышать. Кстати, я помираю. Правда? У вас дофига общего. Заткнитесь оба. Не нужно кричать. Не нужно? Если ты не заметил, нам угрожает серьезная опасность. Если не хочешь кончить, как некий Морис Джойс... Это миф. Да иди в жопу. Что за Морис Джойс? Мужик, который напрасно стырил товар у Перье. Тот его нашел, поймал, отрезал член и засунул в зад. Да-да. Так что прошу, ведите себя адекватно этой ситуации. Так и едем по прямой, Майкл, прямиком в горы. Их что, можно проехать? Знаю я дорогу, блин. Она встречалась с Шейми? Пару лет. Зря плачет. Он что, козлина? Да, это еще мягко сказано. Но он явно чем-то ее зацепил, судя по реакции. А ведь славно же. Отец и сын трудятся сообща. Ой, завязывай. Да, обстоятельства так себе. Но у нас такое все же впервые. Да, вроде сойдет. Блин, нет. Ничего, давай. Ты подгоняешь мертвого пони, Майк. Нет, лошадь. Ладно, лошадь. Только зря время теряешь. Во сколько дележка? Не знаю. Мат обещал позвонить где-то в 8:30. Ясно. Или до 11. До полудня уедем из города. Будет чуток денег. Все на мази. И славно.
Пару месяцев назад звонил твоей маме. Да? Она в порядке. Поговорим сейчас. Я хочу покемарить, ладно? Да как хочешь. Это намоленное местечко. Тут давно закапывают тела. Как Бут-Хилл, где хоронили стрелков. Там покоятся воины. Взяли меч и погибли. Ну, не меч, пушки. Есть в этом что-то романтичное. Внизу огни, сверху звезды, непонятный запах на ветру. Это что, навоз? Явно есть такой душок. Ну вот, покой. Да? Передышка, уединение. Заслуженный выдох, но временный. Ведь внизу назревает опасность. Сообщников свела единая цель. Вам как, все понятно? Догоняете? Хорошо. Ведь сейчас вам предстоит новое знакомство. Об этом человеке вы уже наслышаны. Звать его Даррен Перье. Был на месте? Там пусто. Даже тела нет? Вообще ничего. Нет теперь покоя. Почему? Иван скорбит. Как о таком забыть? Его пронзительная боль. А, ну да. Его муки. Он же его лучшим другом был. Кровным братом. Братом? Ты чего несешь такое? Там стрёмная история, вы не знали? Их силы разлучили еще в детстве. Я и не знал. Так они молчали. Они встретились снова совсем недавно. И боялись. Чего? Потерять друг друга? Снова? Да как бы я смог им помешать? Боже правый, любовь братьев, она такая странная. Черт. Мне теперь грустно. Ну, а нам что теперь делать? Есть силы на поиски? Силы найдем. Без базара. Иван, я знаю, что вы с Орландо были одной крови. И я хочу сказать, что мне очень жаль. Правда? Я же не бесчувственный. Жаль, только вы раньше мне не сказали. Прости, Даррен. Эй, прощено и забыто. Ты меня понял? Да. Прощено и забыто.
Мне так грустно. Тебе грустно? Еще как. Ты мстителен? Я сокрушен. Еще бы. Ты мстителен? Не знаю. Мне хочется... Отомстить? Да. Славно. Послушай меня. Если к утру наши парни не найдут убийц, я выставлю награду. Да-да. Вот как я уважаю чувства, о которых ты боялся сказать. Но сколько? 10 000 евро. 5 000 за Макрея, еще 5 за его сучку. Спасибо, Даррен. Не отвертится. Спасибо. Мы же с тобой друзья. Спасибо. Ладно. Не буду мешать Всю ночь стоял? Всю. Зачем? Чтобы не уснуть. Но зачем тебе это? Так просто. Если кое-что скажу, обещаешь не беситься? Возможно. Нет у меня рака. Так, только не бесись. Что? Ты не помираешь? Я этого не говорил. Наоборот, помру раньше, чем думаешь. Когда? Как только усну. Послушай меня хоть минутку. Позапрошлой ночью ко мне явилась смерть. Прямо в спальню. И это был не сон. Я знаю разницу. Все было наяву. И он сказал... Бренда! Джим говорит... Бренда, собирайся в дорогу! Послушай, сынок! Блин! Ну ты даешь, а я-то тебя жалел. И не зря, сынок. А ты лапшу на уши вешал и с чувствами моими. Но зачем? Я ему сочувствовал. Майкл, он пришел ко мне. Да неправда. Нам нужно порешать свои разногласия, сынок. Причем тут Суит. Тут что? Брэн, мы спалим твою машину, ладно? Ладно? Нет, не ладно. Хочешь, чтобы тебя из-за нее выследили? Кто? Легавые. Найдут же следы крови в багажнике. И тело, зарытое рядом с тачкой. Ну ладно. Ну ладно. Ладно. Сжигай, мне плевать. Мы с Эми в ней впервые переспали. Да? Это же неудобно. Все было чудесно. Но в свете того, чем все закончилось, может, оно и к лучшему. Вы сказали, что умираете. Умираю. Не поняла, как вы умираете? Забей, Брэн, тебе лучше не знать. Почему? А, может, Майкл и прав, Брэн. Нужен прыжок веры, он его не сделал. Да и ты вряд ли захочешь. Посмотрим. Да не. Давайте, рассказывайте. Я готова хотя бы попробовать. Ну, в общем... Ой, да заткнись, идемте уже. Лежал я в своей пижаме, только-только залез в кровать. И вдруг похолодало. Прям моментально и очень сильно. Я гляжу, а рядом мужик. Ничего необычного. Просто мужик средних лет в костюме стоит у моей кровати. Но я знал. Я знал, кто он. И он говорит: «Джим,
Скверные вести, Джим. Я в ответ. Я мертв? А он мне нет. Но когда в следующий раз уснешь, умрешь, тебе ясно? Я ответил, да, все ясно. Да, что тут неясного? Ты же у нас жнец. Он молвит, да, это точно. Да, это я. Эй! Валите-ка оттуда! Дождь, видишь? Представляете, стерва хочет нас выставить. Быстро! Отвали! Уйдем, как он пройдет. А что дальше? Мы чуток поболтали, вот те крест. Затем свет погас, а когда включил, его уже не было. Я спустился вниз, на кухню, налил себе значительный объем виски и заплакал. Знаешь почему? Потому что я еще никогда в жизни не был так уверен в своей правоте. Я верю, что не обознался, и что, как он сказал, так в точности и будет. Они уже едут. Кто? Полиция! Я сказала про изнасилование! Что? Мерзкое животное! Грязный садомит! Скоро мы увидим, как поступают с такими, как ты! Поразительно. А вы его расспросили, Джим? О чем? О загробной жизни. Да, но он отказался отвечать. Сказал, что некоторые вещи должны оставаться загадкой. Просто такой уж я. Он так и сказал? Так и таким голосом. Просто такой уж я. Ну и ну. Почему он тебя выбрал? Не знаю. О, об этом он тоже умолчал. Да? Как удобно, пап. Ну, просто такой уж он. Бежим. И ты ему веришь? Бежим же, мать вашу! Реально вызвала копов, стерва! Представляете? Ты все еще суицидница? Чего? А, нет. Это хорошо. А почему? Ну, для начала я протрезвела. Во-вторых, мне почему-то кажется, что надежда еще есть. А? Я не стану сдаваться, Джим. Я буду бороться за Шейми. Узнаю, в чем проблема, и с помощью честного, четкого общения попробую ее решить. Я схожу к нему, как будем в городе. Что? Забудь, спятила? Да, я зайду на... Нет. Это всего на полчаса. Ну или час. Час? Да, это максимум. Шейми к тебе не вернется. Почему? Почему? Потому что он скотина. И только? Да, да, и только. Может, это ты скотина? О, не отрицаю. Но ты не из-за меня через день на себе волосы рвешь, а мне приходится слушать. Ой, Шейми странно себя вел, я очень за него переживаю. Шейми тебя за нос водит уже больше 2 лет. Знаешь, почему у вас не было определенности? Потому что все это было не всерьез. Майкл, идем. Нет, ей нужно это услышать. Он над ней смеется. Просто поматросил и прочь. Ну, хватит. Удобно устроился. Но так нельзя. Да дай ты ей перевести дух. Брэн, не серчай. Что еще? Мамочки. Брэн? Это совсем уже ребячество. Дурацкое. Брэн! Бренда! Я ее не виню, Майкл. Что? Ну, ты повел себя как настоящий грубиян. А она сейчас уязвима. Да, но я это жестко, но с любовью. Злая правда. Точняк. Не мог уже молчать. Есть при себе кокс, Майкл? Чего? Кокаин. Какой кокаин? Ты что несешь? Да хватит орать! Все, стой ты! Стоп, тебя! Давай! Пошла! Прошу вас сесть! Не хочу я садиться! Почему? Я арестована! Нет! Тогда убери свои лапы! Так,
Мы с ними переговорим и... Пап! Пап! Стоять, ублюдки! Дернитесь, мозги ваши вышибу. Привет, Брен. Садись. Привет, Джим. А вы быстро на землю. Спокойно. Лежать. Тут свит, блин. Тут что? Заткнись. Тут свит. Майкл, садись. Скорее, я прикрою. Даже не двигайтесь. Понятно? Смекнули? Даже дышать не смейте. Эй, мы едем или как? Ты как, Брен? Решила молчать? Ладно, прости. Зря я так с тобой говорил. Тебе просто... стыдно? Очень. А что? Загладь свою вину. Как? Отвези меня к Шейме. Ой, да сейчас прям, черта с два, позвони лучше. Хочу его увидеть. Вези ее к Шейме. Я же сказал вези вам. Вези ее, все. Черт! Как вези же вы... Вези ее. Может, заткнешься уже? Отвези ее к Шейме. Да заткнись ты, говорю. Да. Ну так что? Нужны тебе деньги? А, точно. До тебя было не дозвониться. Уже все устроил? Да, 30 штук, как договаривались. А раз ты помог задумать схему, тебе полагается доля добычи. Ты очень щедр, Мат, очень-очень щедр. Я честен, а не щедр. Запоминай, куда ехать. Да ты поехал, ты, господи! Не ссы! Мы не легавые! Вы угнали эту тачку? Угнали. А вы свою? Тоже. Поменяемся? Ладно. Ты уверена? Майкл. Да не, иди. Только меня не вини. Да не стану меня я... Меня не вини. Это все, что я тебе с скажу. С чего на бы мне тебя... На меня не кидайся. Ты идешь или как? Сейчас. И не тормози, мне к Мату в час. Ладно. Да иди ты уже! Ладно! Привет, Брэн. Привет, парни. Слышал, что мама твоя в Каригахольте? Да, а это где? Графство Клэр. Похоже, красивое местечко. С видом на море. Жалко, что вы с ней расстались. Ага. Что ж, всякое бывает. Потом еще виделись? Нет. Я обещал, что заеду, но никак не получалось. Хотя не то, чтобы мы с ней поругались. Я тут подумал, может, съездим вместе? Да что ты несешь? Все же помнишь. Майкл, то, что было в прошлом, уже прошлое. Твоя мать... Пап, я не поеду. Ты что затеяла? Вернись. Нет. Это ты выходи. Тебя ж увидят, совсем поехавшие. Хочешь меня трахнуть? Да. А теперь иди ко мне. Брэн. Брэн!
О, начинается. Брен! Короче, жди меня здесь. Брен! Подождите. Что его не устроило? Чего не хватало? Нет, даже не поднимай эту тему. Слышишь? Все у тебя на месте. Например, чувство юмора. Скорее, мнительность. Ой, прекращай. Еще ты красивая. Депрессивная. Нет, ты умная. Суицидница. Эгоистка. Да еще и застрелила того мужика. Да я просто царский улов. Доброго вам дня. Чем занимаетесь? Дрессировкой. К ежегодной выставке собак в просторечии праздник мяса. Это что? Это как олимпиада, только для бойцовских пород. Бойцовских пород? Ага. Внушает. Все, давай уже. Смотри не на меня, а на мясо. И прыгай. Проклятие. Что надо сказать, чтобы их натравить? Фас, конечно. Ахиллес, хватай ты уже мясо. Вчера же вышло. Может, и тут скажете фас? Ну, попробуй. Слушай, Ахиллес. Фас! Видите, просто сказали фас. Спекались ты, старпер. Молодцом. То, что нужно, да? Ты был прав. И день за днем слушал мои бредни. Как ты меня терпел? Не знаю. Может, я еще тупее. Ты и правда кретин. Черт возьми! Брен. Вот. Сморкнись. Иди ты. Сморкнись, блин. Закончили? Все, я скоро вернусь. Мат! Мат! Как делишки? А, старик, слушай, я тебе по гроб должен. Да не, верно, Ген. Верно. Ну вот. Я серьезно, вы меня от больших... Мамочки, вы смотрите, какая цыпа! Да ни черта это не помогает. Блин, открывай уже. Чего? Это Майкл? Это уже вообще ни в какие ворота. Ну-ка, стукни мне, что? Чтобы очнулся. Хорошо, стукни, чтобы кровь разогнать. Блин, неплохо. Вы что творите, падлы, а? Ты еще кто? Не твое собачье дело. Только не дергайтесь. Помалу, потихоньку. Ушли от машины. Все устраивает? Вы как, Джим? Шикарно. Спокойно. Вы что с ним сделали? Ничего. Приложили. Да? Для вас это ничего? Ну, а теперь? Может, мы все же переехали? Видимо, его дружок. Чей? Перье, конечно. Что скажешь? Возможно. Да без вариантов. Ладно, по-моему, нам нужен антракт, да? Давай найдем укромное местечко. Согласна? Да.
Знаешь такое? Вроде бы. Стукни еще разок, а? Что? Стукни еще. Совсем он, конечно, чокнутый. Джим. Но он мне по душе. Как и Брен. Было бы неплохо, если бы у них с Майклом что-то сложилось. Или если бы Майкл с Джимом смогли уладить былые разногласия. Стройный вышел бы сюжет. Законченный, симметричный. Но так вышло, что я знаю то, что вам неведомо, друзья мои. Предстоящий день будет полон страданий. Назревают жестокие и трагические события и скоро вызреют. И когда они случатся, не говорите, что я вас не предупреждал. Но все равно. Интересно же, да? Ты чего творишь? Что? Это слюна. Она стерильна, Майкл, не бойся. Давай. Слову, как и моча. Вот. Хотя я не ее сторонник. Это что такое? Он же тебе торчал? Десятку. А тут все 30. Зря он пытался тебя убить. Спасибо, пап. Ну и еще спасибо, что спас мою шкуру. Не благодари. Теперь ты возьмешь мне кокс? Боже прав. Ладно. Да? Не ори ты так. Сказал же. Возьму. Все. Ну а к матери поедешь? Нет, ну его нафиг. Поиски кокса – это все, на что я подписываюсь. А где твоя мама? Графство Клэр. Почему не хочешь ее видеть? Не твое дело. Да они поссорились. Почему? Почему? Скажи. Нет, ты. Не против? Нет, мне вообще плевать. Года 4 назад Майкл увидел, как мужик по имени Стив Линч бьет какую-то девочку. Он вмешался и отделал мужика. Через несколько недель этот мерзавец явился к нам домой. Элейн была там одна. Ваша жена? Верно. И он напал. Так сильно избил, что она месяц в больнице пролежала. Сломал руку, несколько ребер и нос. Какой ужас. Его посадили? Нет. Дня через 4 легавые его застрелили. Да и по делу. При налете на почту. Это просто кошмар, Джим. Но ты же не виноват, Майкл. Ты поступил как настоящий... Они считали иначе. И поэтому я услышал, что они не желают меня видеть. Как вы сказали, нам будет лучше с тобой не знаться. Майкл. Любой бы так поступил. Знаю. О, ты знаешь? Всего 4 года прошло. Майкл, мы пытались помириться. Сколько раз звонили? То я, то она. А он что сказал? Он не ответил. Просто игнорировал. Ты меня винишь? Нет, не виню. Не виню. Я понимаю, что тебе было больно. А нам не было. Майкл, а нам не было. Я просто подумал, что можно в последний раз всем вместе сесть за один стол, понимаешь? Но черт с ним, ты прав, ты на такое не подписывался. Ладненько. Берем мне кокс? Здорово, Майкл. Узри божественную подкрутку. Видишь? Закрутил. Красиво. Слышь, есть при себе первый? Сколько? Ну, 20 граммов. Это дорого встанет, мужик. 600 евро. Блин, да ты разжился. Сам знаешь, жизнь полна крутых поворотов. Нужно лишь немного удачи. Кстати говоря, сыграем? Да нет, зашли и вышли. Тут суета. Чё? Можно нюхнуть, сынок. Ломает уже. Сортир прямо и направо. Это твой старик? Да. Mm-hmm.
Сколько сюрпризов. В смысле? Столько нового узнала. О твоих родителях и ссоре. А что такого? Ничего. Просто казалось, ты загадочная личность. Ну? Что? Просто такой уж я. Да, неплохо. Хотя жнец, наверное, внушительнее. Какой еще жнец? Не говори, что ты в это веришь. Нет, но верю, что он верит. И позволю себе сказать, я считаю, что ты обязан ради него, ради своей мамы и ради себя самого уже угомониться. Что, угомониться? Да. И пойди ему навстречу. Поехать? Да. Повидайся с ней, чтобы вы все наконец-то помирились. Но ты, конечно, поступишь по-своему. Ты что задумал? Чёрт, пригнись! Парни, парни, давайте поговорим. Ведь мне искренне... Выходите, мы вас не тронем. Да? Клянешься могилой бабули? Ну, я так и думал. Блин. Только не убей. Мы живыми их взять хотим, верно? Парни, в эту сторону не стреляйте, хорошо? Ты нас продал, урод! Да, прости, Майкл, на бабло повелся. Чего уставилась, сука? Ах ты мерзкий! Ты что задумала? Что она затеяла? За свою подоскоку прячется. Бежи, бежи, бежи! Нет, блин! Бежим! Стоп! Нужно вернуться. Что? Нужно вернуться и забрать отца! Нет, они же не знают, кто он. Для них он левый мужик, его не тронут. Бежим! Я тебя по всему городу ищу! Сейчас поговорим! Заткнись и гони! Что творится? Давай, быстрее! Чего это вы? Они сбежали. Бедняга Клиффорд. Да, это трагедия. Виктор, зайди и забери весь кокс. Да, босс. Попробуем извлечь хоть что-то хорошее из этого кошмара. Ты же собирался их сцапать. Да, я помню. Но мы их упустили. Да, как и мы. Они были тут? Еще 2 минуты назад. Слушай, я тут подумал, может, объединим ресурсы? И награда не нужна. Что? Да у нас просто свои причины сцапать гада. Что скажешь? Это еще что? Ноге! Лежать, Ахиллес. Ахиллесом его звать? Да, как того неуязвимого мужика. Ага. Неуязвимого везде, кроме пятки, кроме одного слабого места. Тут это что, башка? Ахиллес! Какие высокопарные клички! Ах ты, ублюдок! Ну что, будете оплакивать собачек или умрете с ними? Поехали, пока легавые не примчали.
Даррен, погоди минутку. Я допустил ошибку. Запутался в своей жизни. Знаешь, в чем дело? Я внезапно испугался нашего будущего. Но жизнь без тебя, точнее ее перспектива, заставила пересмотреть приоритеты. А как же та баба? Она никто. Просто гид. Гид? Да, она привела меня к этим выводам. Помогла осознать, что я хочу быть с тобой вечно. Это правда. Прости меня, Брэн. Прошу. Мне очень, очень стыдно. Вернись ко мне. Прости, Шейми, огонь потух. Огонь? А, ты хороша. Очень умно. Понял отсылку. Да. Завали свою мерзкую пасть. И веди себя как мужик, скотина. Можете друг другу наяривать, мне плевать! Сам люблю собак. Но они не оставили мне выбора. Да. Но, признаю, после этого остался неприятный привкус. Раздрай в душе. Ну, что, Мат? Тоже хочешь порезать Макрея? Нет. Лишь вернуть свои деньги. Забрали и ушли. Мы уверены, что его и так накажут по заслугам. Сколько он стянул? 30 штук. Думаю, вам понятна моя настойчивость, моя жажда его поимки. Это не то, что я принижаю вашу жажду. Или Ивана. Моя очень сильна. Она будет утолена, но всему свое время. Эй, урод! Не смей мне тут засыпать. Мне надо позвонить. Майкл. Да, где ты? В логове Перье, сынок. Прости. Сраный Мат тоже тут. Да, а чего они хотят? Тебя, сынок. И Брэн заодно. Послушай. Я собираюсь вздремнуть, ясно? Если приедешь, я к тому времени уже буду спать. Ты понял? Майкл. Майкл. Я люблю тебя, папа. И я тебя люблю. Слушай, я налажал. Нет, нет. Да, подвел вас с мамой. Мне очень стыдно, пап. Мне очень стыдно, пап. Отдай ему трубку! Я его убью, если не заткнешься. Итак, я хочу, чтобы ты с собой кое-что захватил. Во-первых, бабу, что его убило. Во-вторых, бабло, что спер у Мата. Ну и самое главное... Тело Орландо. Ясно? Знаешь, Даланс? Да. Ну вот мы тут. У тебя час. Вот это старый чудит. Послушай меня. Не ходи туда. Его так и так убьют. Ты сдурел? Майкл, не надо. Поедешь туда, умрешь вместе с ним. Ясно? Ты сам это знаешь, не надо.
Мне никогда не приходилось тебя терпеть, Брен. Никогда. Запомни это. Я ценю каждый момент. Где твоя сучка? Смылась, блин. Тело Орландо? Закопал. Ну и ну. Какой же ты невозмутимый чудак. Как ты думал торговаться, если тебе нечего предложить? Есть же я. Этого мало, чтобы дать старику поблажку Макрей. Вы его обыскали? Да. Даже промежность? Промежность. Нужно быть дотошнее. Часто бывает, что пушку засовывают в семейнике. В надежде, что туда не полезут. Как вот ты. Вот это да, да. А вот сюда. Итак, твой отец сегодня умрет, Макрей, ясно? Это уже предрешено. Но он умрет стремительно. А вот ты... Ты ответишь за смерть брата Ивана. Брата? Судя по тону, ты не очень-то расстроен. Вовсе нет. По-моему, он бесчувственный чурбан, Иван. Да, он бесчувственный. Ты бесчувственный чурбан, Макрей! Мне омерзительно твое равнодушие и твоя черствость. Ты у нас реальный кровожадный брата-убийца. Устроишь из него Морриса Джойса? Да. Это значит, что он отрежет твоего малыша. Я слышал про Морриса Джойса! Правда? Вести разошлись. Я в восторге. А быстрее нельзя? Отвали! Ну же, за ногу хватай! Отпустите! Снимай штаны. Да. Иван, погоди. Стоп, прости, секунду. Можно мы сперва заберем деньги? А, что, не любишь же скач? Да, прости. Понимаю, не извиняйся. Иван, выждешь минутку? Кровь кипит, Даррен. Жди. Да. Не бойся, Макрей. Получишь ты Морриса Джойса, погоди. Отвали! Ах ты, говню! Прости.
Как, по-твоему, я смог разбогатеть, Мат? Разбрасываясь шансами? Ничего подобного. Даррен! И не проси. Умоляю! Он молит. Прошу, Даррен! Я что сказал, говнюк? Дай сюда. Стой, Даррен! Об одном просил? Стой! Рикошеты, тени! Идиот! Чуть меня не кокнули! Верните мою добычу! Прости, Даррен. Тупица! Что я сказал? Уберите трупы! Иди туда! Блин, тяжелый говнюк. Скиньте их в бадью, потом разберемся. Сейчас. Куртка Мата в дырках? Да, не залатать. Жалко. Прекрати, Иван. Привет, тупица. Привет. Достали пушки и бросили. Мамочки, спокуха. Не надо суеты. Да я и не суечусь. Так, теперь потихоньку. Вот так. Да, помаленьку, кладите их. Вот так. Славно. Теперь ты. Бери сумку. А ну, пошел! Да, и лезвие тоже. Да, давай сюда. Пошли туда. Мы тебя найдем, Макрей. Да? Встали к стене. Быстро! Сюда. Теперь на колени. Встали на колени! Можешь бежать, но... Да, знаю. Но не скроешься. Так ведь? Может, урыть тебя сейчас, чтобы потом спокойнее было, а? А? Да давай. Задумал. Я ловлю этого кретина на блеф. Я считаю, ему не хватит крутости. Завязывай, Кенни. И мужества, чтобы убить. Черт, моя нога! Но ты кретин, Кенни. Все руки за голову! Как же больно! Ты как, пап? Это я. Пап, я тебя вытащу. Ладно? Хоть писк от любого из вас, и я всех перестреляю! Слышите? Богом клянусь! Я вас предупредил! Я сказал! Стой! Мне нужен врач, Даррен! Заткнись, Кенни! Чё ты возишься, Даррен? Думали, у меня не завалялся калаш? Пап!
Я жив! Я жив, мать вашу! Майкл! Ну что, и где же твой жнец, а? Нет, 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 нет! Он здесь, сын. Просто немного задержался. Урод. Пап. 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 Нет. Пап. Пап. Доставлял мне еще столько забот. Я рад. Ну ладно. Скажешь что-нибудь напоследок? Да. Что? Не надо. Прости, Майкл. Это еще что? Это что за цирк? Это участники собачьей выставки. И они хотят с тобой поквитаться. От морды павших товарищей, Ахиллеса и Аполлона. Тебе конец, Перье. Твоему режиму. Чему-чему? Да соткнись ты. Готовы, парни? Да! Что? Даем команду! Фас! 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 Привет. Привет. Мы везем тебя к Дереку Доусону, Майкл. Он лучший. Это кто? Врач? Ветеринар. Реально? Он лучший в своем деле. Правда? Mm-hmm. Слышишь, Майкл? Доусон лучший. Он быстро тебя заштопает. Он сказал, что здесь хоронили тех, кто жил с мечом и пал от меча. И свои последние часы он прожил именно так. А еще он не мог найти лучших спутников после смерти, чем Ахиллес и Аполлон. Составьте ему компанию по пути в, в Вальгаллу. Или типа того. Аминь. Аминь. Да. Что?
Что можно добавить к его кличке? Что скажешь? Он Ахиллес. Ахиллес был силен. Я вроде тебя люблю. Он был... Что? Да ты просто в шоке. Нет, неправда. Диким, но нежным. Я тоже тебя люблю. Он... Правда? Безумно люблю. Да, точно. Диким, но преданным. И ты меня безумно любишь? Да, похоже на то. Да хорош вам! Мы ведь не перебивали ваши поминки. Простите, парни. Его тело и цепкая челюсть. Ее хват! Как покойнику. Первым делом придется сказать ей о смерти мужа. Как нога? Просто жесть. Сраный ветеринар. Если бы не он, тебя бы посадили. Да. Твоя мама, наверное, тут счастлива. Ушла поплавать. Можно тебя спросить? Да. Он правду говорил? Кто, отец? Да. Может, он прав насчет жнеца? А. Не знаю. Но вопрос-то вполне уместен, правда? Ведь если смерть Джима действительно была предначертана, значит ли это, что мы не одни во Вселенной? Что каждый играет свою роль в этом обширном вырождающемся мире? Согласитесь, эта мысль успокаивает, даже радует. Но что же будет с Майклом? Неужто... Он обречен остаться тем же, что и раньше. Вечным неудачником, которым движут лишь страх, злость и смятение. Или же все те ужасы, что ему довелось пережить и преодолеть, сделают его лучше, даруют ему просветление? Боюсь, друг мой, делать какие-то выводы еще рано. Я предпочитаю, чтобы некоторые вещи... оставались загадкой. Почему? Да просто такой уж я. Такой уж я. В фильме снимались Киллиан Мёрфи, Джим Бродбент, Джоди Уитакер, Брэндон Глисон и другие. Режиссер Иэн Фитцгиббон. Автор сценария Марк О'Ролл. Оператор Шеймус Дизи. Композитор Дэвид Холмс. Фильм дублирован компанией Bright Production по заказу компании Arna Media в 2023 году. Режиссер дубляжа Владимир Рыбаченко. Звукорежиссер Михаил Трученев. Роли дублировали Егор Жирнов, Олег Куценко, Екатерина Кабашова, Андрей Гриневич, Алена Созинова, Андрей Бархударов, Степан Литковский, Александр Коврижных, Антон Савенков, Даниил Эльдаров, Дмитрий Мочалов, Константин Тихомиров, Владимир Рыбаченко. She's a breath of life, tearing me inside.